каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Верховный Хурал Тувы в первом чтении принял законопроект о торгово-промышленной палате. Документ внесен Министерством экономики республики в рамках реализации послания главы региона. Шалбан Караул подчеркнул, что в последние годы активную позицию заняла торгово-промышленная палата. Цитата. «Считаю, что назрела необходимость принять региональный закон о торгово-промышленной палате и наделить ее правом выдачи сертификата страны происхождения». Конец цитаты. Целью законопроекта является закрепление статуса торгово-промышленной палаты, что в свою очередь позволит органам государственной власти региона и органам местного самоуправления муниципальных образований республики привлекать палату к реализации государственных программ региона и страны в целом в сфере промышленности, экономики и предпринимательства. Законопроектом предусмотрены нормы, позволяющие палате направлять в органы государственной власти республики предложения по совершенствованию законодательства в сфере предпринимательства, экономики, промышленности, инвестиционной и инновационной деятельности, проводить экспертизу проектов законов и иных нормативных правовых актов региона в указанной сфере, участвовать в проведении мониторинга действующих законов Тувы и иных нормативно-правовых актов. Широкий общественный резонанс среди жителей Кызыла получил призыв Кызыльской ТЭЦ погасить долги за потребленную тепловую энергию путем работ по очистке тепловых камер от бытового мусора. Так были заключены гражданско-правовые договоры с 8 потребителями горячего водоснабжения Кызыла. За 6 дней от бытового мусора было очищено 11 из 15 запланированных объектов. Причем так называемые акты выполненных работ получили сразу же, после подсчета объема мусора, извлеченного из тепловых камер. Стоит напомнить, что наличие денег за свою работу люди не видят, однако в квитанции за март, которую потребителям приносит каждый месяц, и в распечатке лицевого счета сумма долга тает на глазах. Почти 30 кубических метров бытовых отходов и прочего мусора были извлечены на поверхность за эту неделю и вывезены на свалку МУП благоустройства по договору с ТЭЦ. Кроме того, в ближайшее время специалисты предприятия определят еще несколько тепловых объектов, которые подлежат уборке. Очищенные тепловые камеры сразу же были опечатаны. Теперь работами внутри них займутся специалисты предприятия. Замена запорной арматуры, устранение других дефектов, восстановление тепловой изоляции – вот основные задачи, которые предстоит решать теплоэнергетикам Кызыла на этих участках. Министерством труда и социальной политики региона объявляется региональный конкурс по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста, проживающих на территории республики. Главной целью конкурса является популяризация в среде лиц пожилого возраста и пенсионеров навыков по владению компьютерными технологиями и успешной социальной адаптации в информационной среде, расширение общения, получение государственных и муниципальных услуг через портал Пенсионного фонда России и информационную сеть интернет. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 30 апреля в Министерство труда и социальной политики, а само многоборье пройдет с 13 по 15 мая. Дополнительные условия проведения конкурса изложены в положении о порядке проведения регионального конкурса по компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста, проживающих на территории Тувы. В Туве поддержат субсидиями создание рабочих мест для многодетных. Власти региона субсидируют предприниматели и организации, которые предоставляют рабочие места для многодетных граждан. За каждое рабочее место работодатель получает из бюджета поддержку в размере 150 тысяч рублей. Сегодня специальная комиссия Минтруда Тувы подвела итоги конкурсного отбора претендентов на данный вид субсидий. Как сообщили в министерстве, с начала 2019 года на конкурс было представлено в общей сложности 23 заявки работодателей на создание 38 новых рабочих мест для трудоустройства многодетных родителей. Однако из них жюри оценило и утвердило, как наиболее реалистичные, только 9 заявок на 11 рабочих мест. Это в частности места портных, поваров, механиков, автослесарей. Кроме того, безработных будут использовать в качестве стригалей в период сезонной стрижки овец. Субсидии пойдут в том числе на приобретение специального оборудования и оснащение рабочих мест. Также в Минтруде обсудили предпринимательские инициативы самих безработных граждан.
граждан, которые хотят открыть собственный бизнес. Свои бизнес-планы представили на защиту 54 человека. Среди них особое внимание уделялось проектам граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и многодетным родителям. По решению комиссии на господдержку из этого потока заявителей смогут рассчитывать двое из числа освободившихся, двое инвалидов и трое многодетных граждан. В настоящее время с их проектами начали работать специалисты, уточнять сметы, заключать социальные контракты. Всего в 2019 году помощь на открытие своего бизнеса от правительства Тувы получат 23 безработных гражданина. И о курсах валют. Доллар на сегодня 64 рубля 17 копеек, евро 72 рубля 58 копеек. Кызыл, встречай московскую ярмарку верхней одежды. Мужские и женские куртки по оптовым ценам. Размеры до 72-го. Торопитесь. ЦУМ, цокольный этаж. Действуй во благо будущего. Работай на себя. Greenway – это оптимальный дополнительный доход для каждого из нас. Присоединяйся к команде Кочетова 98. Телефон 8-913-355-306. Тува по строительству нового корпуса для Буренского психоневрологического дома-интерната получили решение о финансировании. Более 50 миллионов рублей из федерального бюджета. Минстрой региона должен теперь позаботиться о добросовестном подрядчике и без задержек начать стройку в этом году. Потому что на подходе второй, такой же по значимости объект – интернат для ветеранов и инвалидов в селе Хайракан Улукхемского района. Цитата. «Рассчитываю, что его тоже подтолкнем в лимиты этого года. Министр труда твердо обещал это на нашей декабрьской встрече, так что силы надо планировать на два объекта и в следующем году уже переселять постояльцев в новые здания, более комфортные и современные, а потом скорее браться за другие», – заявил глава Тувы на своей официальной странице в соцсетях. В Кызыле работают специалисты научного медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России. Главная цель приезда экспертов – налаживание взаимодействия с медицинскими организациями республики для дальнейшей совместной работы по увеличению продолжительности жизни населения. По сути, речь идет о построении четкой и прозрачной вертикали уровней здравоохранения страны. Сотрудники центра, работая с крупными медучреждениями, вместе с ними оценивают здравоохранение в поликлиниках, больницах 2-1 уровней, чтобы вместе разработать мероприятия по улучшению качества медицинской помощи. Конечная цель – это снижение младенческой детской смертности и увеличение продолжительности жизни. Дополнительное развитие проект по увеличению продолжительности жизни населения получил после майских указов президента России.
В рамках реализации проекта «Поддержка семьи, имеющих детей» на базе образовательных организаций и Республиканского центра «Сайзерал» начали функционировать консультативные пункты. Основная цель – создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, путем предоставления услуг психолога, педагогической, методической и консультативной помощи родителям, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей – оставшихся без попечения родителей. Услуги будут оказаны как в очной, так и в дистанционной форме через единый портал государственных услуг, через использование федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей. Отмечается, что на данном этапе оказано не менее 32 тысяч услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, в том числе желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Продлевать срок займа можно бесконечно! «Отличные наличные» – удобные условия по займам. В течение суток 28 марта местами по республике Тыва ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Пыльная буря, местами на дорогах гололедица. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью от минус 1 до минус 3. Днем от плюс 7 до плюс 9 градусов. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные. Займы до зарплаты.